15 километров по столице на квадроциклах. Юные гонщики открыли сезон. Выхованцы Центра додатковой эдукации детей и молоди Ленинского района столицы проехали про Лошадский парк, Курасовщину до палаца чыгуночников. Подчас подорожа удельники выезжали на проездную частку. Их сопровождал экипаж ДАИ. Затем на особной пляцовце аматоры хуткости показали экстремальные трюки. На наших закрытых площадках учим, как себя правильно вести в парках, и выстраиваем такие мини-город. То есть ставим знаков, вот они играют регулировщиков, то есть они вот это вот все изучают. Ну, как раз для будущих вот этих мини-путешествий, чтобы они знали, где можно двигаться. У Центра додатковой эдукации Ленинского района столицы творчие навыки развивают 5000 детей. Штогод яны ладзяць выступленні, акрамя спартыўных спаборніцтваў, можна ўбачыць тэатральныя пастаноўкі і наведаць выставу умельцаў.